И всем привет! Вы на канале Супер Кошка, с вами Варя. И сегодня мы будем играть в паркур или Полоза Лава. Давненько не выходило видео с этой игрой. Поэтому мы начинаем. Я не знаю, сегодня, наверное, попробую пройти испытание на 100 монет. И надеюсь, у меня получится. Так, вот это у нас на сколько? 150. Ну, не знаю. Не знаю. Так, может вот это? 150. Знаете, все-таки давайте на 150 попробуем вот это. Тут аж 18 человек. Так, мы появились. Типа нормально. Так, извините. Что за... Ой, как я это сделала? А тут вообще обязательно на каждый блок наступать? Вот именно. Ой. Вот это было сейчас опасненько. Очень опасненько. Тут даже уже блоки стали поменьше. Все. Теперь куда? Сюда. Ой, блин, я ненавижу вот это вот. Такие стены, такие уровни. Чекпоинт? Нет. А вы видите? А что если... Нет. А там... Фух. Фух. Тоненько. Слишком тоненько. Так, а теперь мы типа сюда, да? Не говорите то, что это лабиринт с разными вариантами. Нет, мне... Куда? Хочу посерединку. А, так это же все равно выходит в одно. Ёшки! Котик. Полет Веры. Да, тут все равно бы мы очутились. Куда бы ни пошли. Чекпоинт? Да. Блин, вот теперь если мы... Ой. Что-то сам прыгнул. Так, тут должен быть разгончик. Оп. Оп. О, нет. Что, серьезно? Ладно. Да как? Ой. Понимаю. Ой. Так. Да как? А, я поняла. Тут сейчас есть такой вариант. Сразу вот с этого блока. Вот так вот. Блин, ну это странная идея. Я это пройду вообще? Нет, я это пройду, но я из-за того, что стараюсь это сделать как можно быстрее, чтобы видео не затягивалось, мне не получается. Ёшкин кот, слишком быстро. Тут возможно это сделать? Аккур. Слишком маленький кусочек. Наверное, именно поэтому это на 150. Да? Все серьезно, не говорите сейчас то, что я еще случайно нажму на эксит. Я не нажала на эксит. Но буду теперь аккуратней. Фух. Я буду аккуратней, прыгаю через два блока. Помогите. О, конец? Это конец? А как тут? А, я поняла. Сейчас еще раз пойму. Раз. Блин, а тут вот так пройти, мне кажется, можно просто. Вот тут без прыжков. Да, видите? Сейчас тут нужно скорость подобрать. Да блин, почему нажимаю перейти, а не выйти?
Оп. Тут нужен разгон, это 100%. Так, наверное, сейчас нужно вот так вот, что ли. Два, блин. Сейчас нужно вот так покрутиться, чтобы он скорость набрал. И, опля, есть. Слишком короткое видео, слишком быстро я это прошла. Надо еще что-нибудь. Так, так, так. Вот это может? Ой, нет, не это. Не это. Вот это, вот это. 150. Ну, не знаю, давайте попробуем. Не знаю, что тут комментировать. Что-то легко. По крайней мере, пока легко. Юху! Юху! Нет, не хочу вот этот автомат. Ну, можно, конечно, все делать вот так, потихонечку, помаленечку, вот так вот, по чесноку. Но не люблю чеснок. Так, теперь... Чё за... Ну, я знаю, что это за чёза, это карма. Теперь останавливаемся. Вот тут делаем сейчас небольшой такой... А, понятно, все, то есть... Чеснок все равно продолжался бы недолго. Аккуратно. Чекпоинт. Еще раз. Ух, аккуратно. Слишком долго. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, нормально, нормально, нормально. У меня уже в глазах рябит от этой движущейся воды. Ай, подождите. Всё, помогите. Помогите. Сколько там видео длится? 7 минут. Чё так мало? Я уже почти второе испытание на 150 монет прошла. Ой, ой, ой. Зачем я это попыталась сделать? Как это получилось? Еще раз. Ну, очень долго, потому что тут нужно было с самого начала распрыжку делать. Сейчас придется вот так почистнику. Стоп, а точно нужно именно отсюда прыгать, а не оттуда? Я что-то, мне кажется, отсюда надо. И понятнее. Понятно. Обожаю такие паркуры, где не один вариант, как можно паркурить. Ой, мне кажется, я выбрала не тот. Ну ладно, пойду по этому. Так, лагает. Куда же без лагов? Не будем рисковать. Ой, блин, как мы сейчас рисканули на самом деле. Рисканули, я придумала новое слово. Да как? Да как? Мне кажется, разгон вообще не нужен. Аккуратно. А вон там нет, нужен чуть-чуть. Вот такой небольшой. Почему? Да блин, а что за лаги? Что за лаги? Аккуратно, 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 аккуратно. Фух. Я, не, мы не будем рисковать. Мы. Это было опасно. Чекпоинт. Да блин. Откуда эта реклама?
Эх, говорю, не буду в этот раз читерить. Эй, тут без читерства, что ли, никак? Хотя это не столько читерства, сколько обычный разбег. Юху, юху. Все. Тут я не вижу уже. Так, а где там нужно еще сделать разбег? Распрыжечку. Поэтому аккуратно. Проходим все аккуратно. Кстати, мне кажется, прошлый паркур можно было бы и на 100 звезд, а не на 150. Вот единственное, почему я вот этот паркур сейчас на 150 звезд оцениваю. Потому что он, ну, длинный. Он легкий, но длинный. Из-за того, что еще вот эта вода прям так сильно дребит в глазах. Очень сложно. Не понял, что назад возвращается. Я чего-то не знаю. Стоп, а я точно туда иду? Да. Просто думала, можно чуть-чуть сократить путь. Фух, это было близко. А это еще ближе. Вода просто из Майнкрафта. Все, кроме персонажа из Майнкрафта. Хотя нет. Еще много чего тут не из Майнкрафта. Чего не все? А, нет, мне показалось, он тоже возвращает. Или это один и тот же человек? Ну, я один раз вот так попробую. Да, это распрыжка. Хорошая довольно-таки. Да как? Нет, ну реально, ну... Как? Как? Вот только из-за этого прыжка, как я понимаю, это оценивается на 150. Распрыжку нужно начинать отсюда. Не отсюда. Так. Ну, я уже поняла, с какого блока нужно именно вот так без остановки прыгать. Вот с этого. О. Так. Аккуратненько. Прикиньте, если бы я сейчас зафейлила. Юху! Да. Куда мне? Куда? Мне туда надо. Юху! Ау, я выжила. Какой тоненький. Прям как в прошлом паркуре. Хотя, мне кажется, в прошлом паркуре был даже тоньше. Так. Читер! Карма! Все, больше не буду. Я вам все аккуратно. Чё так подлагивает? А я вижу там конец. И сейчас такая. Минус воля. Это было очень близко. А что там за этой штучкой? Что это за... Вы серьезно? Зачем нас телепортировало? Ну ладно.
На этом видео будет заканчиваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И опять напоминаю, то, что когда наберется 22 подписчика, то есть ты, да, ты, человек, который сейчас смотрит это видео без подписки, подпишется, я начну тестировать игры. Поэтому подписывайся, ставь лайк, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока.